поляна Монтипор для любителей Монтипор. Ну, то есть тут видов, наверное, 8 у меня, что-то такое. Я так более или менее нормальный оставил. Вот Бичбамы, Crazy T, Cherry Tree, Appleberry, Mystic Sunset, Sunset Reverse Sunset, Poker Star. Ну, еще тут пару видов, которые я не знаю, как называются. Вот эти красненькие с желтыми полипами. Видно, что у них четко желтые полипы. Еще Фениксы, тут вот он стоит, Феникс. Ну, еще вот эти вот синие тоже. Это вот типа Бичбама, только синего цвета с зелеными зонами роста. Ну, то есть все, что растет зеленое, основание у него синее. Ну, то есть такой крутой. Вот интересный тоже, он именной идет у американцев. На самом деле дикарь австралийский. Еще раз подтверждает то, что америкосы, ну, мягко говоря, не всегда рассказывают правду о происхождении их кораллов. Вот тоже интересная мантипора. Это дигитата какая-то. Короче, она на самом деле горчичного цвета. Вот два этих стоит акулеоса ядерно. Зеленые, ультрагрины они. Ну и вот тут в хорошем состоянии Флориды. Красные кончики, все, они у меня как в природе окрашиваются. То есть эти светильники именно дают такие возможности. Ну и вот эти тоже, они в реальности бледно-бледно-желтые. Не сгорают, полипы у них все время на виду. Думал сначала глубоководные, потом понял, что яркого света они вообще не боятся.